Юнсдорф, 24 июля 2011 года. Видеоролик с участием площади привокзальной и самого вокзала, самого русского вокзала. Сегодня ветерок, видимо, будет шум от ветра в микрофоне. Ну уж ничего с этим я не могу поделать. Здесь стоит один из домов пятиэтажный. Он заброшенный. Никто его, конечно, реставрировать не будет. Как, впрочем, и эти здания ждут своего часа на снос. Немного обойдем. Навесы на перроне уже отсутствуют. Там немножко еще можно понять, что был перрон, поскольку видны светильники. Зайдем. Я почему сегодня здесь оказался в Юнсдорфе в 10 часов. Должна быть экскурсия на территорию комплекса ГДО. Сейчас времени 9:30. У меня есть полчаса. И мы сделаем небольшой видеоролик с участием вокзала. Это был, видимо, вход. Ну, невидимо, а точно. И вот далее. Фотографии я делал, как и фотографий довольно много этого объекта. Вот видео вдобавок. Пройдем сюда. Который останавливался у вокзала, теперь он начал движение в Берлин. Нам мешает солнышко. И вот. Ничего здесь больше нет. Вот здесь где-то в кустах я находил фонари для освещения перрона. Хотелось бы одного хотя бы увидеть. И закончим на этом видеоролик. Быть может, кому-то он будет интересен. Вот один из фонарей. Вот он. Они в ряд стоят еще штуки 4.